У меня сегодня день рождения, а ко мне никто не пришел, потому что у меня нет друзей. Ну и ладно, зато я сам тебе сейчас устрою праздник. Дорогой Бэтмен, разрешите вас поздравить с днем рождения и пожелать вам долголетия и много-много-много врагов. Спасибо, спасибо большое, спасибо, что пришли, очень приятно. Дорогой Бэтмен, мы от всего нашего большого дружеского коллектива хотим вам подарить вот этот вот презент. Ну зачем? Это все не надо, это все лишнее. А что это? Подарок? Да, это подарок, это очень нужная вам вещь. Очень нужная вещь. Подарки я люблю. А можно я открою? О, это новый Бэтмобиль! Я сейчас расплачусь. Класс! Как вы угадали? Но что еще может быть нужнее Бэтмобиля супергероев? Ну вы просто молодцы! Я даже, честно говоря, немножко покраснел. Ну, это под маской не видно, конечно. Спасибо, спасибо большое, что пришли, поздравили, до свидания. Ой, как классно. Какой Бэтмобиль. Я о нем мечтал. Наконец сбываются все мечты. Лучший мой подарочек – это ты! Такого подарочка у меня еще не было. 20-дюймовые колеса, супермощные прожектора, бронированное стекло, мощная многофункциональная подвеска, ну и турбокрылья моей малышки. Думаю, пора испытать мою малышку в деле. Так, где здесь дверь? Как же сесть внутрь? Эй, ты, громила! Алло! Это вы мне? Да, тебе! Посади меня внутрь! Ну ладно, хорошо, сейчас открою. Так, где же здесь крутой Амазон? А, вот. Отлично! Поехали! Босс, я, конечно, дико извиняюсь, но, может, вы уже расскажете о своем коварном плане? А то мы уже тут час стоим. Да, конечно. В общем, слушайте внимательно. Сейчас должен проехать Бэтмен на своем новом Бэтмобиле. В общем, надо его остановить. Одна из вас упадет перед машиной, ну, якобы он вас сбил. А дальше, дальше я там по ходу дела что-нибудь придумаю. В общем, все, давайте. Ребята, у вас что, проблемы? Бэтмен, проблемы сейчас будут у тебя. Мэм Бэт, что ты опять задумал?
Что я придумал? Ну, я, честно говоря, еще пока ничего не придумал. Но если я придумаю, то это должно быть сверхужасно злючее. Слушай, Мэмбет, давай не будем портить друг другу настроение. Тем более у меня сегодня день рождения. День рождения, говоришь? Тогда тебе точно не помешает мой салют. Так, я смотрю, с тобой по-хорошему не договориться. Итак, я считаю до трех, и ты уносишь свои ноги. Раз, два... Мэтт, так нечестно, я не успел. В этом-то вся фишка. Ну что, все проблемы решены. И Бэтмен продолжает отмечать свой день рождения. Осталось загадать желание и задуть свечку. Так, что же я хочу? Бэтмобиль у меня есть. Хочу увидеть под этим видео много лайков и очень много подписчиков. Ура! Надеюсь, мое желание сбудется. Will you make me feel